Наурыз – это праздник весны, обновления природы, начала нового года и новой жизни. Это возрождение и сохранение традиций и культуры народа Казахстана, воспитание патриотизма, укрепление межнационального и общественного согласия. В день весеннего равноденствия Жусанбанк подготовил для жителей и гостей областного центра праздничный сюрприз. Уа халайык, халайык, мунда назар салайык, мерекесі халықтың наурыз тойын бастайық. Құтты болсын мереке, болсын думан береке. В Усть-Каменогорске на центральной площади города Жусанбанк в честь Наурыза подготовил прекрасный праздничный подарок, установив юрту, подготовив насыщенную развлекательную программу, в которой можно было узнать о казахских традициях и обычаях. Дорогие казахстанцы, дорогие наши клиенты Жусанбанка, в этот весенний день поздравляем вас с праздником Наурыз. Хотим пожелать вам добра, процветания, счастья в каждый дом. Жусанбанк сегодня на центральной площади нашего города установил юрту, где будет накрыт дастархан и проходить национальные обряды. Жусанбанк создает самые комфортные условия для своих клиентов. Жусан стремится создать лучшие условия для своих клиентов. Мы не просто банк, мы надежный партнер, который верит в своих клиентов и готов их поддержать. Жители областного центра, а также гости города с удовольствием приняли участие в праздничном мероприятии, подготовленном в Жусанбанк. Пили кумыс и горячий чай, угощались вкусными бурсаками и наурыз-коже и с интересом смотрели театральные сценки, рассказывающие о традициях и обычаях казахского народа, связанные с праздником Наурыз. Ирина Санникова, Шинар Дюсенгали, Диас Асхатулы, Алтай Акпарат.